Всем привет, с вами Оля. Стас кинул мне несколько заявочек на новенькую группу, которая называется Немофила. Я с этой группой еще не знакома, так что сегодня будет мое так называемое первое знакомство. Также Стас написал мне несколько фактов о данной группе. Я узнала, что это совсем новенькая женская рок-группа. Также я узнала, что за этой группой не стоит никакой компании, так что они целиком и полностью предоставлены сами себе и снимают клипы, записывают песни полностью за свои деньги. И это на самом деле заслуживает уважения, поскольку продвигаться самостоятельно без какого-либо агентства или компании — это очень сложно. Я так понимаю, что эта группа начала продвигаться именно благодаря платформе YouTube. Стас кинул мне заявочку на песню Dissension, что в переводе с английского означает раздор. Стас, большое спасибо тебе за донатик, но мы не будем долго медлить и, как всегда, поехали! Я не буду обращать внимание на качество картинки, насколько много у них локаций и вообще есть ли какой-либо сюжет в данном клипе. Я на все это обращать внимание не буду, так как знаю, что девчонки снимают клипы за свои деньги, и я не жду чуда, не жду чего-то грандиозного, супер навороченного. Я буду больше обращать внимание на вокальные данные девчонок, а также на саму музыку в принципе, на саму запись музыки. Количество участников пока мне неизвестно, поэтому сейчас я буду смотреть, считать, изучать. Все, поехали. Так, помехи какие-то. Ой, девчонка какая-то красивая. О, у нас прям хард-хард-рок. Я не разбираюсь в роке и в металле, поэтому не знаю, как его характеризовать. Вау, тряска головой пошла. Мощно. В самом начале. Что? Что происходит? Какие-то нераспознанные слова. Так. Раз, два, три. Четыре или пять девчонок. Вау. Симпатичные девчонки. Вау. Я впервые такое слушаю на самом деле. Я что-то подобное слушала, но... О! Вау. Такой голос мне нравится больше. Намного. У японских песен всегда такое быстрое, резкое начало, что я не успею вливаться. Только включила, и уже все, понеслась душа в рай. Так, я так понимаю... Потише сделаю, а то себя не слышу. Я так понимаю, что у нас 5 девчонок. Если я кричу, то извините, пожалуйста. У нее голос как-то отредактирован. Я думаю. Потому что не... Как можно так спеть? Так, раз, два, три, четыре. И рыженька еще. 5 девчонок в группе. Вот мне нравится ее голос, когда она поет вот так. А тут ее голос звучит очень устрашающе. Так. Рыженькая вот эта, это, возможно, главная вокалистка. Вау, круто. Остальные на инструменталах, но они подпевали, я слышала уже. Еще бы по именам участниц. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я заучила. Симпатичные девчонки. Вау. Oh, no, so sad. Yes, I'm so sad.
мощненько так. Девушки взрослые, я так вижу, и... Вау. Голос крутой у нее. Необычный, я бы сказала. Все группы, которые мы смотрели, ни с одной группой они не ассоциируются у меня пока. О, такой резкий конец. Хо, я не ожидала, что так резко закончится. Ладно, необычная на самом деле. Группа интересная, она цепляет. Я не могу сделать, конечно, выводы по первой песне. Первое впечатление, в принципе, оправдано. Я не знаю, как оценивать других девчонок, но именно вот эта вот рыженькая девушка, которая главная вокалистка, выступает, возможно, в этой группе. Песня очень эмоциональная, я бы сказала. Также я решила, что просто необходимо прочесть текст данной песни, чтобы понять, о чем речь. Что по тексту? Есть куча придурков, даже несмотря на прекрасные наряды и на ужасные слова. Ты уверен, что это твое место? Что ты веришь, что люди? Что люди? Тут что-то непонятно. Больше никаких правил, никаких шансов. Неужели на нас смотрят свысока? Обратный отсчет начинается. Ты готов? Будь осторожен, тебя выгонят для нас. Для нас тебе все равно. Ты не можешь выбрать меня. Я также не хочу, когда ты должен услышать мой голос. Так, вот тут я что-то не поняла. Это, может, перевод неправильный, что-то какое-то не сходится текст. Скажи мне прямо сейчас, что ты думаешь о своем сердце. Пока-пока. И потом все на японском. Нет перевода. Ты не хочешь, чтобы тебя ненавидели. Тебе не нужно беспокоиться об этом, потому что уже слишком поздно. Смысл какой-то есть в этой песне, определенно. Но я его пока не понимаю. А с тобой все в порядке? Ты показываешь... Ой, текст, кстати, очень длинный. Тут меньше припева, но больше именно самого текста. Интересно, интересно. Смысл какой-то определенный в этой песне есть, но я не могу его никак уловить. Если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Что ж, это было мое первое знакомство с данной группой. В принципе, группа меня не разочаровала, и голос главной вокалистки меня тоже порадовал. Песня очень крутая. Для любителей жанра рок-музыки, металл-музыки эта песня отлично подойдет. Очень хочется поподробнее узнать о каждой девчонке, не только вот о самой главной вокалистке. Я не знаю, что будет в следующих песнях, может быть, в следующих песнях будут петь другие девчонки. Было бы классно послушать их голоса. Пока могу оценить только вокал девушки с рыжими волосами. Это было все видео. Если оно тебе понравилось, не забывай поставить пальчик вверх, подписаться на канал. Стас, большое тебе спасибо за донатик. Также Стас мне скинул еще несколько донатиков на данную группу. Так, я забегаю вперед и говорю вам, что совсем скоро выйдут еще реакции на эту группу. То есть мы на этой реакции не останавливаемся. Знакомимся с новыми группами. Что ж, не забывайте про телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании. Туда я выкладываю все реакции, которые выходят на YouTube-канал. А также вы там найдете все видео в полной версии, которые не сможете посмотреть на YouTube-канале, потому что они заблокированы по авторским правам. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Всех люблю. Пока-пока. До встречи в новом видео.